Инвестиционная политика района направлена на строительство жилья и объектов социально-культурного значения, проведение технического перевооружения и реконструкцию производственных фондов. Если в 2008 году объем инвестиций в экономику составил 756 миллиардов рублей, то в 2011 – 2 триллиона. В этом году 62,5% инвестиций использовано в промышленности, 0,8% в строительстве, почти 11% в сельском хозяйстве. Повышение инвестиционной активности свидетельствует о благоприятной экономической обстановке в районе.